Итак, друзья мои, сегодня 6 июня, у нас разрешена ловля на спиннинг. Сегодня я с Эдиком открываем спиннинговый сезон. Будем пробовать ловить, искать щуку. Поэтому смотрим, не отвлекаемся. Я надеюсь, будет интересно поймать прошлогодний трофей, который ушел от меня. Поэтому не отключаемся, смотрим. На постовушке получается, что времени нету, да, Эдик? Да. Было бы интересно поставить эти. Ну, это, во-первых, надо живца поймать. На живца уже времени не остается. И черт его знает, если здесь этот живец, это лучше вести с собой живца. Поэтому в качестве поводка я использую струну, чтобы не было у нас каких-либо неприятностей и обрывов. И будем ловить, начнем вот с такого вот воблера. Молодцы, что фотосъемка будет. Вот такая у нас будет рыбалочка. Поэтому постовухи пока ставить не будем. В другой раз приедем, посмотрим, как сегодня вообще по рыбе будет. Будет ли вообще она, эта рыбалка сегодня. Но я очень надеюсь, что все-таки что-то мы красиво снимем с Эдиком. Да? Будем стараться. Интересно. Надеюсь, все получится. Поэтому собираемся потихонечку. Вот такой воблер классный. Понеслась моча по трубам. Вот, или вот туда пойти. Сейчас попробую. Шина и гладь. Ветер минимален. Хорошо. Ладно, погнали наших городских. С паузой, без паузы. Такой натуральный цвет у воблера. Здесь он в приоритете должен быть. Очень много коряк, поэтому здесь многие ловят на резину. Иногда вот до лодки аж идет. Смотрит так вот на воблер. И не берет. Бывает и такое. Может, паузу надо побольше. Рыба дура. Воблер молодец. Тебе виднее. Пойдем дальше. Воды много в этом году. Рано еще. Может быть, даже так быть. Часовой мучений. Зас есть отлетка. Блин, развернулся бы. Есть. Я знал, что она здесь будет. О, свечечка, это называется свечечка. Есть у нас подлетка. Идем, моя красавица. Сейчас убежит, наверное. Есть. Первая на сегодня. Ну, здорово, ну наконец-то. Долгожданная первая на сегодня. Грамм на 800. Красавица. Оставим на бесклеве сегодня. Это хороший результат. Король этого пруда. Часа 3 с лишним плаваем. И вот она, первая долгожданная поклевочка. Открыла, так сказать, сезон. Не крупная, но она здесь вся такая.
Весь объектив он забрызгал. Сейчас у нас есть где-то куканчик даже, а вон у тебя там. Ладно, мы ее, может, даже не будем кукан класть. В пакетик уберем куда-нибудь. Или, может, даже в подсак положим, чтобы не скакала. Так вот, это. И уберем. Вот так. Так, где-то у меня здесь был сход. Вернулся сюда через полтора часа. Может быть, повезет. И у нас будет поклевка. В общем, с рыбалкой сегодня как-то кисло. Поймал я одну щучку грамм на 800. И остальные как из пулемета. 400-500, 400-500. Одну шурагайку пришлось взять, потому что заглотило смертельно. Сейчас покажу. Где там эта шурагайка? Все вот такие вот, короче, вот такого форматика клюют. Мелочь. Ну это уже вот так заглотило, что ее жалко убрасывать, все равно умрет. Так, еще вот здесь у меня был выход. Очень много выходов сопровождает приманку и не атакует. Почему, непонятно. Но, тем не менее, в очках все видно хорошо. Вода чистая. Видно, что она выходит, идет за вобером. Чуть-чуть бывает, что тыкнет слегонца, уколется и уйдет. А бывает, что просто тупо стоит, смотрит на приманку. Чуть-чуть шелохнешь, она чуть-чуть шелохнется. Но не атакует. В основном вся мелочь. Вот. Мелочь, конечно, бросается. Штук 10, наверное, я отпустил. Одну вот, ладно, оставил. Вообще пора на берег. Эдик остался на берегу кошеварить. Очень хочется есть. Посмотрим, что он там приготовил. Да и при таком солнце что-то у меня, походу, руки сгорели. Нечем прикрыть. Ну, в общем, выезд он такой. Парочку есть. На пожарить одну возьмем. Вторую так. Уж посмотрим, может, еще поплаваю. Так, в общем, вылез я на берег. Вот такой у нас лагерь здесь. Эдик все здесь обустроил. Так, шурагайки. Придется их в крапиву пока убрать, чтобы до вечера не испортились. Сейчас посмотрим, что у нас улова. Ну, в общем, две вот таких рыбехи. Сейчас в крапиву затолкаем, чтобы до вечера не испортилось. Ну и фото на память. Для отчета. Так. Так, Эдик кошеварит потихонечку. Такой вот он лагерь устроил здесь. Место вообще обалденно красивое, но ветер сильный. Такой вот незатейливый рыбацкий быт. Что, уже готово, что ли? Ну-ка, что там получилось? Называется соляночка. Либо просто похлебка. Похлебка? Вообще ништяк. С копченостями? С копченостями, с копченой елкой. Но выглядит аппетитно. Я надеюсь. Есть уже капец как охота. Красивое так озеро. Рюкзачок висит. Красиво сосны.
наличии кирпичей. Thank you.
Вот такой вышел у нас сегодняшний день. Очень насыщенный, продуктивный. Рыбу в руках подержали. Отдохнули, кайфанули с товарищем. Эдуард тоже очень довольный. О, пальцы вверх держит. Так что погода портится. Думали, может, с ночевкой останемся. Но, наверное, нет. Сейчас чай допьем. Собираемся. И Алга домой. Будет еще время с выездами. С ночевкой. С ночным небом, с кострами. С посиделками у костра. Но это будет позже. Когда уже земля будет более-менее теплой. Когда рыба будет клевать хорошо и в достаточном количестве. Не всегда мы ее берем, конечно, но на коптилочку поймать не мешало бы. Вот. Поэтому всем добра, всем здоровья. Ну а мы допиваем чай, пакуемся и домой. Не судите сильно строго за рыбалку. В последнее время, правда, все-таки рыбалка не самое главное. Нужно уметь совместить, найти баланс между рыбалкой, отдыхом, кемпингом. В общем, отдыхайте со вкусом. Лето впереди. Всем удачи. Всем пока. Заливай костер.